Девушка не раз замечала симпатичного котейку, когда ехала на учебу. Целых 2 месяца мордашка мелькала рядом с подъездом неподалеку от дома девушки. Поэтому она, наблюдая за питомцем, думала, что он просто гуляет. Уже потом Юля узнала, что хозяин кота переехал, а животное просто бросил в подъезде, не пожелав забрать с собой. Стоял конец ноября, когда девушка начала приходить и подкармливать брошенную беднягу. Она увидела, что кто-то поставил у подъезда миски и картонную коробку, чтобы кот хоть как-то мог согреться. Однажды Юля притащила коробку, обшитую поролоном, чтобы ему было теплее, но вскоре обнаружила, что поролон вместе с мисками куда-то исчез. Подумала, добрые люди постарались. После девушка не выдержала, она видела, как на мордочку несчастного кота сыпется снег, поэтому решила забрать его домой. Раньше она сомневалась, переживала, думала, как кот новенький повалит с ее жильцами, ведь у нее уже жили коты. Но в этот день она не выдержала и забрала его к себе. 3 месяца котейка болел, а его хозяйка старательно лечила бедняга. У него выпадала шерсть, он расчесывал лапами уши, тряс мордой. Показав ветеринару, девушка узнала, что у кота опухоль слухового прохода. Требовалась дорогостоящая операция, но Юлия, не раздумывая, согласилась на лечение питомца. Сейчас котик полностью здоров. Он уже год живет у девушки, которая, кстати, назвала его Василием. Теперь в доме 2 кота, которые каждый день радуют всю семью. Желаем вашим хвостикам и вам здоровья. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал.